я хотел бы понять, куда катится мир. В следующем году, по официальным прогнозам, около 200 миллионов человек только из-за пандемии окажутся за чертой бедности. Причем это касается не только развивающихся стран, как раньше, но и мировых держав. И у меня вопрос, до каких пор может докатиться масштаб этой бедности, прежде чем люди найдут выход, и в чем вы его видите для человечества? Спасибо. Масштаб бедности может докатиться до таких условий, что богачи не будут знать, сколько у них денег, а бедняки не будут знать, на что их купить кусок хлеба. И никто друг друга не поймет. Эгоизм заставит нас изменить отношение друг к другу жестким методом, если мы не желаем сделать это сами, сознательно. Так что все зависит от того, осознаем ли мы необходимость сближения между людьми или не осознаем. Вот здесь и находится весь ключик к нашему счастью. Я пока не вижу к этому особых предпосылок, но все-таки надеюсь, что пандемия, она нас перевоспитает.